Всем привет! Мы на канале Инвест Днепр. И сегодня мы будем мучить котят. Они мне нафиг не нужны, эти кошки, блин. Сиди там, блин, долбаные коты. Сколько мне с ними можно стоять здесь? Долбаные кошаки. Я их притоплю сейчас. Да, я агрессивен, потому что они меня задолбали, эти кошки тут. Я их утоплю. Задолбали эти кошки. Нафига ты мне их дала, этих долбанных? Сиди там. Слушай, забирай своих этих котят гребаных. Сколько я тут буду стоять с этими, блин? Никто их не будет брать. Лучше потопить, да и все. Нормально. Больно. Ну что вы делаете? Ну а что, забирайте их, кому не надо, эти котята ваши. Садист какой-то, честно. Какой садист? На что? Ну, ну взял, жена мне привезла, вот стой, раздавай. Кому они надо, эти коты? Ну так откройте, пусть людям уже действительно. Ну так забирайте, берите. Да, думаю, вы свои. Ну так что, я, что я с ними так сделаю? Так кому они надо, эти котята, я вас прошу. Это же какие-то котята. Надо вам, забирайте. Че? Ну, если жалко, вам заберите, мне не жалко. Вы вообще нормальный человек? Да все равно их он эти на шаурму переделает и все. Да, ну тут я знаю, как-то люди. Девочки, а кому котят? Потому что вот тут человек странный. Да просто. Да нет, это котят же это мяукает. А, тут это. Спасибо, спасибо. Не, ну вы, по крайней мере, проявили сознательность. И на самом деле очень приятно, что в нашем обществе есть. Ну да, мы знаем. Извините, вы не знаете, куда девают этих котов? Не надо? Да я не достаю, уже я не знаю, никто их не берет, они мявкают, один сдох, я не знаю, что с ними делать. Жена привезла, непонятно, что с ними делать вообще. Ну вот так вот сдох. Вот там он валяется в этом, в пакете внизу. Так выпустите его. Так никто не берет, зачем оно потопить и все. Что с ними делать? А кто их топить будет? Ну вы хотите потопить? Я? Да. Чтобы он сохранил. Ну давайте вы потопите. Я просто не знаю, как это делается. Я бы это. Да, никто... Так а заберите у меня коту. Заберите, пожалуйста. Их никто не берет. Заберите, пожалуйста. Заберите, я вас прошу, да, кота. Да выпустите его, он сам себе найдет. Да он сдохнет, на шаурму пойдет. Заберите кота, пожалуйста. Спасибо большое. Розыгрыш. А как, не знаете, как потопить их? Потому что всплывают собаки. А. Не пинай ногами. Ну так забирай их тогда. Они тебе нужны. Ща, подожди. Тебе не нужны, так хоть не издевайся. Так что мне с ними делать? Поставь на лавочку. Я, блин, притопил бы, да и все. Нужна их топить, оставь. Заткнись уже там. Ой! Ты че? Ты че? Ты че? Я видел Ашу, вон там камера снимали. Вы молодцы, что отреагировали. Счастливо. Тебе не жалко котят? Я же их скоро утоплю. А, то есть тебе все равно, да? Но я их тогда сейчас утоплю. Слушай, мы берем котят. Зачем вам они нужны? Чтобы ты их не скинул с моста. А вы мне все равно? Ну почему? Их ведь много по городу, зачем вам они нужны? Все равно, мы не хотим, чтобы кидали с моста. Ну возьмите другого, зачем они вам нужны? Ну... Ну ты хочешь их отдать, я их беру, почему ты не хочешь их давать? Ну хорошо, забирайте. Это розыгрыш, посмотрите, вон. Бобик, дохлого сожрешь? Все равно никто не берет, все равно топить их сейчас. Да нормальный, похрустишь. Не грустишь, похрустишь. Будешь? На. На, жри. Иди и покушаешь. Они очень плохие, лучше вам не брать их. Не, ну, ну вам их жалко? Конечно, жалко. Ну разве так делают? А что, нельзя? Конечно, нельзя. Это животное, это что ты создал. Вот все вышли, и нас, и их. Ну я понимаю.
Но они у меня дома вредят, я их не могу содержать. Ну так можешь показать, какие котят? Ну показать котят? Ну что ты все видишь? Ну смотрите, ходи, я вам покажу. Ну покажи. Вот, смотрите. Там нет котят, это розыгрыш был, вон там камера. Пились они, а? Алло. Нахера ты мне их дала? А. Не надо с котятами, полегче. Что? Полегче с котятами. Да, ну тебе надо. Ну, в принципе, да. В каком смысле? Ну так забирай. Я заберу, а мы их раздадим. Забирай. Ну нафига они мне впились тут? Ну только слабый человек сбивает свою злость на беззащитных. Ну не знаю, так... Главное мне будут беззащитные. Заберите их. Ну куда? Ну что вы делаете? Ну что вы делаете? Я взял же. Так можно я их заберу? Ну заберите. А? Нельзя. Заберите. Чего? Того, нельзя. Так я заберу себе. Забери себе, заберите. Какая вам разница вообще? Ну вот какая вам разница? Ну так реально, какая вам разница? Идите по своим делам, да и все. Долбаные кошки эти. С ума сошли. Я если сейчас за полчаса их не отдам, я их притоплю. Потому что мне не нужны. Топят слепых, а живых уже нормальных не топят. Ну а что с ними не делать? Ты умный, взяв животное, значит, собираешься утопить. Пришел сюда, они орут, ты их... Я хочу их отдать, потому что, в принципе, я не хочу их топить. Отобьют их не здесь, на озерке, перед входом. Так мне делать, что ли, нечего сейчас туда ехать еще? А тебе было нечего делать сюда приехать с ними? Ой, это жена их отдала мне. Я сейчас приехал сюда, она мне спихнула их. Твоя жена отдала? Да. Так верни жене, пусть она... Ну так ее ж нету тут. Ну и за это надо позвони, убивать котят приеду, ногами. Забирайте. Забирайте их. У нас вон их 17 человек. А как там получилось? Куда надо отнести? Ну хотя бы от вас отнести, что ли? Да ради бога, ничего им не будет. Много ли? Да достали эти котята. Хватит мяукать. Видите, что котят там нет. Да нету там котят, телефон. Да нету котят, телефон мяукать, все. Ладно, не. Вам просто пакет понравился, да? Да. Они не верят, что здесь котенок. Алло, котенок, не мяукай. Хватит мяукать уже. Разные. Ладно, клади назад давай. Что странно, что я продаю, отдаю котят или что? Да нет, просто. Что-то она распала. Суровая и свирепая. Но я нервничаю, коты никто не берет. Прикольное дело. Спасибо большое, вам хорошего дня. Что? Подойдите, я с вами ничего не сделаю. Я знаю. Открывайте. И что? Открывайте, открывайте. Открыла. Вы играете очень убедительно. Чувствую, что вы не такой. Где я себя увижу? На канале Инвест Днепра. Легче всего пройти мимо и пробубнить себе под нос, какой же нехороший человек мучает животных. Но как же мы благодарны людям, которые хотя бы попытались остановить этот беспредел? Холодно уже, пора заканчивать. Инвест Днепр, будущее за нами.